Резкий рост численности видеоблогеров наблюдается с 2005 года и связан с появлением видеохостинга YouTube. Это позволило любому человеку, имеющему камеру и доступ к интернету, снимать и выкладывать видео в сеть. И по сей день YouTube является основной платформой видеоблогинга, удобной как и для самих видеоблогеров, так и для их зрителей. Студенты Казанского федерального университета также становятся известными благодаря YouTube-пространству. Как удалось добиться популярности на просторах интернета, нам рассказала Диля на Луне. И вот в ходе вот этих нащупываний, когда я пыталась сделать и того по чуть-чуть, и этого по чуть-чуть, выяснилось, что снимать видео – это наиболее оптимальный такой вариант. Да и к тому же было о чем говорить, был пройден такой этап переходного возраста, когда ты уже многое пережил и можешь поделиться каким-то маломальским опытом. Каждый твой поступок, каждый выбор, каждое слово должно быть искренним и от сердца. По словам Дили, именно это видео задало направление всего YouTube-канала. С момента создания роликов прошел всего год, но за это время девушке удалось набрать аудиторию численностью в 325 тысяч зрителей. Однако не обошлось и без хейтеров, благодаря которым Диля стала только сильна духом. Именно не падать духом, а наоборот, знаете, цепляться за это. Людям это не понравилось, но они же это до сих пор смотрят, значит, мне нужно продолжать это делать. Аудитория осваивает новый формат развлечений и получения информации с огромным успехом. Можно с уверенностью утверждать, что довольно в скором времени видеоблоги станут активным игроком на рынке информации, достойно конкурируя с признанным лидером телевидением. Екатерина Чеплыгова, Регина Лешко, Владислав Михневский, Универньюз.